Доброе утро. У нас кофеек и маленькая-маленькая шоколадка. Красоточка золотая, да? Гритуник, все ложатся спать. Позавтракали и опять спать. Да, лохматик? Боня тоже уже дрыхнет. Боня уже набегалась с 7 утра, тоже дрыхнет. Надо ходить тихо, потому что проснется и все. Такая у нас погода. Лужи, все тает. Вообще мерзопакостная. Сейчас помою голову. Эль Север Лореаль. Я в названии как с гор за солью спустилась. Хотела вам показать этот крем для век от NU компания Avon. Ну, полная ерунда. Я не знаю, кому он понравился, как он работает. Он не работает никак. Я его носила и автономно, и вот с зеленой аптекой как бы под основу брала. Он вообще, девочки, я вечером нанесла, пока я походила тудым-сюдым. Подхожу, смотрю в зеркало, у меня облазит кожа под глазами. Слазит пластами, как будто это, знаете, от загара. Я вот сейчас вам покажу. Вот я его нанесла под глазки, под наши золотые глазки. И потом посмотрите, как он у меня будет работать. Это что-то... Ну, это вообще, это не крем и стоит таких денег. Я уже его и так использовала, и так, и по-разному. И с другим кремом, и автономно. Он не работает. Он реально подсыхает, и кожа тупо вот так слазит пластом. Это вообще... Это утром нанес, пошел на работу, да, и что, пришел, и ты весь облазишь? Это как? Это вообще какая-то говняшка. Я не знаю, как это назвать. Потом вам покажу, как он вот подсохнет, впитается, и какая будет маска на лице. Ну вот, смотрите. Вот этот крем уже засох под глаза NU. И можно его просто сдирать. Видно вам, как шелушится? Что, это нормально? Смотрите. И как? Как ходить? Так вот брать пленку и снимать? Оно прям снимается. Вообще в шоке. Вот это такой крем. Ой, сегодня в планах сделать бальзам для пяточек закончился у меня. Вот. Тут я уже приготовила масла, эфирки. Это у нас пчелиный воск. Я его растапливала. Это домашняя штучка. Очень ароматно. Очень вкусно пахнет. Смотрите, какой красивый. Просто формочки силиконовые выливала. Он потом застыл. И все. Вот такой пчелиный воск. Масло кокоса, пальмы. Пальмовое масло очень хорошо. Тут много витамина Е. Хорошо увлажняет, питает. Так, это у нас касторовая, горчичная, ну и тут целая батарея. Вот, сейчас найду тару, буду все это растапливать, смешивать, выливать в баночки. Вот, но у меня там спит Боня, пока за баночками я не пойду. Вот такие получились бальзамы. Это для пяточек, у кого сухие, потрескавшиеся. Очень питательные и рано заживляющие. Все. Сейчас это все попрячу. Это у меня была первая партия, она уже успела застыть. Это вот вторая. Здесь по 100 грамм в каждой баночке. Помощница моя, помощница. Юный косметолог. Ай, косметолог-мыловар вот этот вот бегает тут. Руки в масле. Ай, вкусно, да. Наелись творожка со сметанкой. Ух, какие мы зубы. Теперь у нас вырастут большие и сильные. Да, да. Ой, ой, боже. Ух, алабай. Так, девчонки, бальзамы для пяточек, это еще не конец. Меня сегодня гребет, ко мне пришла мыльная муза. Я варю мыло с нуля, шампуневое. Здесь у меня растворяется пивной раствор с щелочью. Смотрите, было больше 70 градусов, это уже немножко остывает. Здесь масла, сейчас буду все это смешивать, потом добавлю пудры. Пудры у меня здесь, я уже их растворила в уходовых маслах. Тут у меня Брахми, Брингараж, Рихта, Амла, Фенугрек. Вот целая банда аюрведической пудры.
уходовые масла и эфирные масла. Форму приготовила. Там основные масла, кокос уже в морозильной камере. Это все растворила. И буду смешивать. Кому интересно, как варится шампуневое мыло с нуля, это твердое мыло будет, можете посмотреть, у меня выйдет на канале отдельное видео. Смотрите, как мыло проходит гель. Вот это то, что по краям. Вот светлая вот эта масса, это уже готовое мыло. Вот это. И вот оно так будет к центру идти и полностью омылиться. Омылиться будет у нас готовое мыло, в которое мы добавим потом полезные добавочки. Каждых полчаса, так как оно на водяной бане 3-4 часа будет стоять, каждых полчаса надо его перемешивать. Я пока не трогаю, жду, когда оно дойдет до центра. Тут у меня мыло стоит на водяной бане. Короче, на одной конфорке греется суп, на другой мыло. А мы сейчас с Артемом будем перекусывать. Легенький супчик. Артем еще сметану просит. Сейчас пообедаем и дальше будем заниматься. Да, Артем? Любитель сметаны. Давай садись, быстренько обедаем, потому что у мамы куча дел. Все, мылка я сварила. Осталось убрать этот срач на кухне. Так, сейчас накрываю полотенцем и оно будет у нас застывать. И на сегодня наши труды закончены. Все, это у нас получился твердый шампунь. Так, немножко покупки. Это наш папа скупился. Макароны, яичные, мушля. Так, не знаю. Солнцедар какая-то фирма. Это печень, я так подозреваю, свиная. Кусочек свинины. Винограда немножко. Курицу взяли, может, завтра будем запекать. Как же без сладости, очень вкусные такие, я не знаю, пирожные, печенье. Так, яйца куриные 10 штук. Дальше гранат, 2 сока и капуста на борщ. Папа будет варить борщ, а я буду отдыхать. Так, замариновали курицу, соль, перец, лавровый лист, куркума, паприка сладкая, горчица, немножко имбиря, вино и подсолнечное масло. Еще на вечер, глядя, стирку поставила. Это я дедушку стираю. Сегодня у нас красный ужин. Тут рыбка тушится, и папа сварил борщ. Я только присела. Уже нету сил, ноги гудят. Как будто я пробежкой занималась целый день. Уже так устала, ничего не хочу. И мыло, и кухня, и бальзамы, и еще стирка достирывает. И все на сегодня. Будем отдыхать. Папа придет, поиграем в карты и на горшок и в люлю. Все, всем пока-пока.